Давай мячик нарисуем, мячик. Так. А это кто? Да.
Еще
что возьму? Не возьму самолет. Она конфет хочет. Наташа, да, Ника. Не жадничай, пожалуйста. Ой, мы вчера едем в машине, значит, сидим, сидит Лола впереди, Гена, и я с Никой сзади. А вы на чьей машине едете? На нашей. Мы нам разделились, да, в общем? Помимо с нами, да? Да. Едем, вдруг Ника. Ой, что-то воняет. Капина, I'm sorry, я сказала. Ничего. Ой, что-то воняет. Это Габи пукнула. А Габи нету. Габи, надо пошли. Не ровно дышишься, что Габи. Ника, говорит, на Габи, гляди, Габи. Ну, никого не было, мальчик, еще меньше не было, что ли? А нам старшик не удобно. Кому чай налить? Я говорю, Никочка, а у тебя живот? Кира, чай налить? Вот у Габи живот. Чего мне? Какой дом? Что? Зайчик, могу с вами? Ой, да. Это? Пуговки? С вами. Пуговки? Да. Кира. Ага. Пасы сака. Что ты купила? Пасы сака. Где ты была, вы жена? Кира. А что не зашла к нам? А вот еще нет. Поместные, дорогие магазины. Много людей. Очень много людей. Я раз не была. Хочу. Я первый раз в машину внесла. Маленькую. Тоже раз не били куда-то. Я обычно на улице. Ну, в машине. Да, день. Папе чай. Да, налью папе чай. Там месяц. Папе чай налью. Жует, она еще не поела. Ника, Ника, когда я была маленькой, меня твоя мама тоже кормила ложкой. Я сидела у нее на руках. У нее, знаешь, что ужасно было? Если один отец купил что-то... Я когда что-то покупаю, то и то одинаково. А вот они не были с детства такие. Потому что Ника жадная, она все отнимает. Как она радовалась. Кира не было. Как она радовалась, когда что-то ей покупали. Или это радовалось. Я в магазине разбудила, если что-то проносила, ну иногда или размер не было, или просто не могла я пронести два. Это говорила. Нелли, я всегда старалась Нелли почему-то. Нелли одела, потом пошло на нее. А Ника раз, а Ника, Кира разу, что ей тоже достали. Но я хочу сказать, что Нелли старше. Короче, разницы не было. Кому первым попадет, как остаться. Нелли занималась с музыкой, ходила в музыкальное училище. И я хочу сказать, что... Да, то сейчас не хочет заниматься. Не играет совсем. Да, и я старалась для Нелли все. Все для Нелли. А потом, если у меня была возможность... Я музыку тоже не могу.
Нелли, я тебе ничего не понадобится. Я про этих машинерий буду. Я тебе ничего не буду. Я не говорю про машинерий, потому что у меня нет. Когда я в Москву ехала, я обоим... Ты привернулась. Мама. А в Америку приехала, ничего не было. Мама. Ну, в Америке все могу. Бабуля, я не про это. Я говорю, потому что я музыка тоже занималась. Она занималась, я просто ходила. Я счастлива была, когда я что-то доставала. Я так любила им дарить что-то. А нам так нравится принимать. Один раз Нелли, у бабули были дома, и мама кому-то рассказывала, что бабуля ей купила, когда только вышли джинсы, что бабуля на день рождения купила джинсы. Мои первые. А Нелли Ванна это услышала, она так обрадовалась. А я не знаю, что вызывала в Москве, но это уже были не первые. Еще только выходила новая для них. Первый раз не могу. Так что мне было здесь уже да. Вот так. Да. Аня, ну не хочу я, не надо. Аня, не хочу, не хочу. Вот дали вот все. Вот, на ложку вытащила. Я просто могу сказать. Эй, Гами, кира, она сейчас все в стаканы поломает. Спасибо. Она ходит. Зачем ты ее отдал? А ей же больно, Вика. Видишь, жалко, что ты стоишь. Ну хорошо, дайте маме кусочек в рот положить. Вика, иди ты сюда. Ты не можешь отпустить дома? А? Габечка. Габи, иди к папе. Папа, тебе что, да? Иди к папе, ну. Вот умничка. Иди к папе, Габи. Девочка. А работают они там в детстве, но как? Подожди. Там хороший поезд. Иди к папе, иди, Габи, где папа? Где папа? Иди позови папа. Хороший. Где она тебе пришла? А каша не разрешает. Ну, удобные сиденья, мягкие. Не как Саша, не как Тверь. Не метро, а специальный поезд. Как скорый поезд, да? Правда, дороже стоит. Нельзя. Габечка, иди к папе. Ну, сидячий, да? Сидячий. Где еда, скажи? Хай. Скажи, как у тебя дела, Габи? Еда, как у тебя дела? Зачем поедешь? Зачем печеньку? Ня-ня, печеньку ты хочешь? Печеньку? Ты же уже ела печеньку. Хочешь, дай их. На обратно доли реки ехали. Хочешь? Ты уже наелась? Окей, сиди здесь, папа. На, Гарри. Это дороже вам обойдет. А потом он пугает. Кашка боялся. Кабечка, засос. А еще ты хочешь, я тебе дам съесть? На укусе бананку? Вот после этого, после бабушки, да. Давай. С вами поговорим.
поколение? Как собачка делает, Габи? Как собачка делает? Как собачка делает? Я тебя жду. Отлично. Опа, слезай. Я ей дала конфету, она раскрыла ее. На, конфету. Ого, ты будешь конфетой, если я буду свою конфетку выбрасывать. Ничего не надо. Они не заждались. Они что съедят? Какая рыбка. Какая рыбка.
Чем вы отличаетесь? Хлеб? Без хлеба. Она не хочет хлеб? Очень. Смотри, хорошенько жуй, чтобы косточка там не попала. Это делали. Я смотрю, внимательно. Маленькие раны. Ножки, да, Элла, ножки. Ешьте фотографии. Тебя вошла? А, нет, это я вот еще. Там... Нет, это я. Это я вот еще. Нет, я. Ну, хорошо. Что-то попало? Я вроде все ее пощупала. Не надейся. Встретиться и вместе пуститься навстречу вечности. Подвинься, доска, папа. Ирда, и готовись.
Очень большое угощение, не болейте, пожалуйста.